Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2011 года выпуска. В предыдущих видео я говорил 2012 года. Хозяин заметил, говорит, он меня не 12-го, 11-го, не обманывай людей. Так что автомобиль 2011 года, двигатель 2.2 турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 100 тысяч километров. Обслужу на нем форсунки. Подниму их. Заменю под форсунками медные шайбы и почищу, смажу их керамической пастой, установлю на место и заменю уплотнительные кольца на обратке. Открываю капот. Снял воздуховод, снял крышку. Теперь заткнул воздухозаборник. Смою очистителем карбюратора маленько здесь. И все это продую. Теперь можно разбирать. Колпачков у меня для заглушки нету, поэтому где-то буду закрывать тряпочками форсунки. После того, как я их подниму, я ложить их не буду. Буду делать по одной. Снял одну, обслужил, поставил, снял другую, обслужил, поставил. Вот таким образом по всем пройдусь. Откручу болт на воздухозаборнике на 8. Все, болт открутил, вот немножко отодвинул, все, форсунки мне будет достаточно, чтобы вышло. Откручиваю гайки. Ключ на 17. Кусочек пищевой пленки упаковочной. Снимаю обратку. И снимаю разъем. Разъем снимаю. Не вот на этот флажок гну, а беру вот здесь вот немножко поддеваю, вот отодвигаю ее, буквально чуть-чуть, и он отходит у нас. Все, а теперь форсунку. Беру шестигранник и откручиваю. Сейчас камеру переставлю. Шестигранник на 6. Откручиваю болт.
болт почищу, снимаю лапку, тоже сейчас все здесь почищу. Написано в инструкции, что нужно пометить, как стоит у нас лапка именно на фиксатор форсунки. Но здесь можно еще посмотреть, вот у нас болт под форсункой, и вот этот разъем стоит на болт. Пробую шевельнуть форсунку. Ключ на 13. Беру, одеваю. О, форсунка шевелится. Форсунка шевелится. Немножко ее расшатываю. Она все легче и легче. Вот я ее, получается, разболтал. Ну а теперь пробую поднимать. Приобрел такой съемник GTC 4646, где он, да, GTC 4646. Обратный молоток для форсунок. Вот такой обратный молоток для форсунок. Новый. Гайку, чтобы накрутить, сейчас продую, хоть он и новый, продую. И пробую. Вот для чего это все и делается. Вот в таком состоянии форсунка находится. Сейчас все это чищу. Все это делается в вертикальном положении. Сверху пленочкой замотаю, чтобы эта грязь не попала. Все вычищаю. Попробую, если смогу, резкость навести, показать, что там в колодце. Вот такое творится в колодце. Сейчас сначала выдую, а потом уже подчищу тряпочкой. Только не ворсистой.
Выдувать начинаю из цилиндра. Каждое действие сопровождаю продувкой. Вот форсунка. Я ее обмыл, но не чистил. Как видно, большая часть все в коррозии. И распылитель сам я не трогаю. Шайба, вот она стоит, я ее еще не снял. Ну, сейчас поддену сниму, установим новую. Вот это место немножко чищу, а что доходит до шайбы, здесь уже распылитель трогать не буду. Пусть он остается такой, какой он есть. Колодец вычистил. Вот так вот он смотрится. Форсунка, чтобы стоя стояла, в коробке вырезал отверстие, и все, вот так вот стоит в коробке. Форсунку почистил. Полностью от коррозии драть не стал. Распылитель, как я говорил, не трогал. Шайбу снял. Посадочная подшайба чистая. Сейчас намазываю керамической пастой и меняю вот это вот колечко. Вот здесь вот оно маленькое. Колечко резиновое идет LR0. 5, 46, 12, вот такое, а шайба медная идет LR03, 28, 18, новая. Вот такая вот шайбочка. На распылителе она держаться не будет, поэтому когда будем ставить, есть вероятность, что она упадет. Аккуратненько сейчас ее опущу и положу уже в головке. Ну а это колечко снимаю. Аккуратненько. И устанавливаю новое. Видно. Оно не обжато, но чуть больше, чем было. И вот эта форсунка у меня подтекала после того, как я снимал впускной коллектор и менял свечи накала. Мажу пастой. Пасту использую ту же, что и на свечах. 26712 номер от фирмы Фебби. До гайки мажу, вот до этой нижней гайку, уже не трогаю,
чтобы паста не попала под кольцо уплотнительное. Ну и все. Ложу колечко и устанавливаю форсунку. С помощью длинной отвертки устанавливаю шайбу. Проверяю, чтобы она легла ровно. Да, все хорошо. И опускаю форсунку. Все, форсунка стоит на месте. И видно, как она двигается. О, легко двигается. Все, форсунка ложится, вот как будто по смазке. Паста выполняет роль смазки как раз. Бежу, ложу лапку. И наживляю болт. Болт помыл, почистил. Так. Разъем я сразу одену. Все. Разъем одел. Обратки. Поджимаю болт. Выставляю форсунку, как она стояла по болту. И затягиваю 5 ньютонометров. Поставил 5 ньютон. Написано два этапа. Самое забавное, в одном месте нашел 5 ньютонометров и 130 ньютонометров. А здесь надо 12 ньютон, второй этап. Так, вот у нас 11, и вот у нас 12, а это уже будет 13. Я поставлю 13 ньютонометров. Надеваю на место разъем. Убираю мои заглушки. И прикручиваю на место гайку. Так, а вот это нам поторопился. Не буду прикручивать, потому что эту форсунку снимать будет неудобно. Откручиваю, убираю и закрываю.